partido de un equipo. Buen balón de Messi, llega Alba, que quiere el primero, la puede poner Alba atrás, Arda. Do tego by grać w obecnie najlepszej drużynie w Hiszpanii. Uwaga, teraz piłka doszła do Jordiego Alby. Jordi Alba, Suarez, jeszcze nie koniec, gol! Tak jest! To Arda Turan! Już nie doskoczył do piłki Suarez, nawet nie musiał do niej ruszyć, ale... Otra vez Messi, que se da la vuelta, la pone Messi para Suarez. ¡Golazo! Барса снова мячом завладела и попытается сейчас игру пустить по тому руслу, по которой ей удобно. Ну и это конец Лионель Месси. Получил мяч в центре поля, играет на Андре Гомеша, действующего чемпиона Европы. Месси по штрафной площади. Вот первый момент. Удар и гол! 1-0. Это Арда Туран. Замечательный голевой пас сделал он в первом матче. Ну а теперь он уже сам забивает. Ну а вот разница в классе, да, между командами. Севилья имела преимущество, Севилья заставляла ошибаться Барселону, создавала моменты, а в первом же серьезном эпизоде Барселона взяла и забила. Да, и случилось это очень быстро, и теперь счет по сумме двух матчей 3-0 в пользу Барселоны, то есть Севилье сейчас необходимо трижды отличиться и победить со счетом 3-1 для того, чтобы выиграть Суперкубок Испании. Классно сыграно, конечно. Месси отдал просто великолепную передачу между сразу несколькими защитниками. Но и отметим вот эту передачу Андре Гомеша. Все разыграно, конечно, великолепно. Барселоновский такой гол. Кстати, сейчас отличный план держит режиссер для того, чтобы мы с вами поняли, по какой же схеме все-таки играет Севилья, да, как располагаются ее футболисты. Это действительно то, что бывает в Латинской Америке. Это то, что было в сборной... У нас-то условия комплементарные в сравнении с арбитром, да? Мы этот самый повтор получим. И вот уже. Ну, вот здесь, пожалуй, да, наверное, вот выставлена рука. Да, вот это движение, он даже немножко в сторону успел отвести. Да. Опять же, мы не видели эпизод, мы видели эпизод в динамике, там было довольно трудно все понять. Казалось, что, может быть, даже в корпус мяч попал с очень уж близкого расстояния. Несмотря на всех новичков, идет старый волк бить пенальти, зовут его Висенте Иборра. Да, он сегодня капитан, у него, естественно, наибольшее количество матчей за команду среди всех тех, кто сегодня вышел. Итак, Иборра против Браво. Нарушая симметрию, Браво пытается сбить с толку соперника. Свисток, разбег, удар и Браво! Вот так вот, Клаудио Браво, вратарь, который был основным в команде Хорхе Сампаоли на Копа Америка 2015, сейчас мешает отличиться капитану его новой команды. Прекрасно был отбит пенальти с определенным даже изяществом подача. Еще один момент. Динь выдавливает животом мяч за пределы поля. Мы, кстати, не отметили атаку Севильи, которая привела к назначению пенальти. Здорово Мариано на фланге сыграл. И дальше уже пошла передача под удар. Все действительно было разыграно здорово. И снова Барса, ну вот в этом эпизоде как-то немножко сыграла неуверенно, что ли. Сарабия. Ну а Севилья это просто угловой за угловым подает. Действительно, Пабло Сарабия, болельщики передают привет, понимая, что они в кадре сейчас оказались. Опять разыгрывают. Действительно, как же хорошо вот в этом плане Севилья подготовилась. Передача. Но здесь Андре Гомеш. Тоже важное приобретение для Барселоны. Именно в плане таких общекомандных антропометрических данных. Потому что Андре Гомеш статный молодой человек. Он и высок ростом, и очень мощен в своей фигуре. Место где-то в музее Камп Ноу для нового суперкубка. Фантастический гол. И Арда Туран становится автором дубля в этой игре. Но это, конечно, было значительно более красиво, чем то, что удалось ему в первом тайме. Это вообще даже сначала не поймешь как. Вот что значит интеллект футболиста. Как оценил ситуацию, как четко пробил. И Серхио Рико без шансов. Конечно, молодец партнер, который помог
Турану этот момент получить, который вступил там в отбор. Да, и мяч отскочил вот в эту вроде бы нейтральную зону. Первым успел Арда Туран. И, конечно, этот суперкубок, это вообще во многом будет заслуга Турана, потому что на гол Суареса в первом матче он сделал передачу голевую, причем тоже очень эффектную. Ну и сегодня два забитых мяча. Ну и отметим, что в этом эпизоде удар абсолютно зрячий. Он все оценил, увидел и просчитал, как нужно пробить. И дальше сущая мелочь — просто взять и исполнить. Ну, фантастический гол. Просто прекрасный. 2-0 в пользу Барселоны. Впрочем, нельзя сказать, что у нас, да думаю, что и у телезрителей было много надежд на какую-то спортивную составляющую, да, после гостевой победы Барселоны. Но футбол-то продолжится. Выставит руки, будет похож на маленький самолет. Не добирается до мяча. Лео Месси забивает головой. Причем не находясь один, да, в центре штрафной площади, а при сопротивлении. Мне показалось, что он даже перевисел человека, с которым он вел борьбу в этой ситуации. Давайте посмотрим еще раз. Конечно, наверное, самый важный головой гол Месси забил в финале Лиги Чемпионов в ворота Манчестер Юнайтед. Но этот один из самых эффектных в его карьере. Ну, это шикарно. Как он перевисел пятившегося здесь назад Меркадо. И пробил, причем пробил так, что, казалось бы, Серхио Рико дотягивается до мяча. Однако сделать этого не удалось, выпрыгнуть сразу не получилось. Пришлось пятиться, и в итоге счет становится крупным. Счет становится 3-0 в этой встрече и 5-0 по сумме двух игр. И первая замена в этой встрече. С поля уходит Гансо, Пауло Энрике Гансо. И вместо него, насколько я понял, Франко Васкес. Да, Франко Васкес как раз это одно из самых дорогих приобретений в истории Севильи. За него и за... Гальца Андре Гомеша за 35 миллионов. Классный момент. Альба в штрафном, Швыча может играть. И гол! 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 Арда Турана! Арда Туран! Quiere más el 10, Messi. Para adentro.